Привет! Хочешь изменить голос персонажа, но не знаешь, как это сделать? Сейчас покажу. Нам нужно зеркало. Если у тебя его нет, приобрети его в режиме строительства. Тыкаем на него и изменить персонажа. Нас закидывает в меню создание персонажа, и тут мы можем полностью изменить голос нашего Сима. Когда определишься с тем, какой голос тебя устроит, сохраняешь и возвращаешься в режим жизни. Наш Сим теперь звучит иначе. А если тебе помогло это видео, не забудь поставить лайк и написать комментарий.